Короче, рассказываем. День молодежи отмечают в последнюю субботу июня в 2023 году, у Дня молодежи 30-й юбилей. Для общества День молодежи играет огромное значение, так как молодежь является движущей силой нации. Свою историю праздник ведет со времен существования Советского Союза. Ранее он отмечался в последнее воскресенье июня, затем был перенесен на 27 июня. А с 2023 года День молодежи будет отмечаться в последнюю субботу этого же месяца. Российская молодежь – это 39 миллионов граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет порядка 20% всего населения страны. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но это еще и особое состояние души. Это время поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. День молодежи призван поддерживать не только саму молодежь, но и ее значимый вклад в общество. Праздник дает возможность молодым людям не только высказать свои идеи, но и говорить о проблемах.